Доброе утро всем, друзья! Хорошо, никак не заткнуть, поэтому лучше сразу включить камеру, тогда что он сам замолчит. Что значит заткнуть? Ты очень грубо это сказал. Это шурудение на фоне, это Лёша одевается, потому что мы сейчас едем... Лёша! Что? Мы сейчас едем за этим. Да, одевай! Не скажем зачем, мы сейчас встретимся с этим человеком. А потом мы покажем, что это вообще такое и зачем мы туда едем. Привет. После этого мы поедем на учебу. После учебы мы приедем, нужно все поубирать, нужно приготовить блюдо. Особое блюдо. Сегодня будет рецепт. Несложный. Рецепт мамин. У нас так пасмурно на улице, сегодня очень холодно, поэтому я сюда краску одеваю, куртку одеваю, краску. Краска, надевай на себя краску. Так тебе не нравится моя Victoria's Secret? Нравится. А ну понюхай. Понюхай. Дыши. У меня тут эльфийская прическа. Я вдохновилась фильмом «Властелин». А нет, «Хоббит». Я хотела сделать прям такую же, но у меня болезнь. Ничего не вышло. Ты пытался. Ну все, ты собрался, идем? Да. Все, мы уходим. Там поснимай. Что за... Все. Весело, да? Завод. Дома. Примерно так фильмы снимают. Слон. Главное не смотреть в камеру, еще раз заведет. Я посмотрел в камеру, плохой кино. Когда в фильмах, да, смотрят в камеру, то все, это заведомо плохое кино. Это я с тобой разговариваю, так типа... Типа ты не в камеру смотришь. Диана же такая, погода хорошая. Да-да-да, есть такое. В русских фильмах особо это просматривается. Никаких. Куда смотреть? У нас такие глаза такие, какие-то пульки. Упали. Короче, капец. Это мы идем на остановку, да. А вон маршрутка выехала, смотри. 46-я линия? Конечно, 46-я. Давай ловите вот. Говорю такой Диане. Диана, маршрутка на конечной уже стоит. Мы сейчас как только пойдем, то полицейских нет, когда полицейских нет, они как бы могут остановиться в неположенном месте. Говорю, ну по-любому будем идти, будут полицейские. Идет, нет, да мы ее это так остановим. Ты слов не сказал. Вот а только, нет. Я как говорил за полицейских, только мы начали идти, ну, точнее не только начали, только начинает движение маршрутка, полицейских нет. Только начинает ехать, из-за угла выезжает машина с полицейским. Все. И мы ее пропустили. Это Диана та, которая очень сильно спешит. Голуб. О чем ты? Я сегодня утром читала новости в Запорожске. Это жесть. Я в типичке постоянно читаю новости. Не, заходила именно на сайт новости в Запорожье. Нет, ну ты сади по типичке в Запорожье. Ну там быстрее всего просто публикуют. Пипец. Одного убили, второго повесили, третью изнасиловали, ограбили. Вообще, одна за одной тупо все плохие, ни одной хорошей. Ну, боже, мы живем в криминалите вообще. Да, да, такие есть. Первое место по Украине. 35-летнюю женщину, да, трое мужчин напали, избили, изнасиловали, украли сумочку, изнасиловал вообще 20-летний пацан. Ну, короче, куча всего. Я раньше тоже уделялся, но потом привык. Там всегда так, такого плана. Нет, ну, это страшно, Запорожье. Блин, реально. Ну, а кто будет говорить то, что там сегодня там миллион человек пришло домой живыми. Об этом же никто не будет писать. Ура! Сегодня Запорожье живет. А кто будет говорить, как одно единственное хорошее новость? Чтобы кто-то вернулся домой живой. Так, все, будем ехать на красный маршрут. Милый, да? Наивно. И ноги не сбили в ладинке. Поэтому узнала сразу. В Беларуси пришла посылка. Это вот девушка, белорусской... Инна, она с Бреста выезжала, да, пару дней назад. Вот, из белорусской косметики пришла Яшке посылка. Да. Так что я все. Я вам покажу.
Так приятно, знаете, это первая посылка от нашей зрительницы, которая вот написала. И действительно, она обещала мне, сказала, что в марте ее однокурсница, она мне передаст посылку. И вот она мне написала и передала. А я думала, будет такой маленький пакетик, но я специально настроила. Супер маленький пакетик, да, чтобы... Здесь как в Никсе будет маханький такой пакетик. Чтобы я не расстроилась. Да. А мне большая посылка. Ты там покажешь, будешь довольна, расскажешь. Что, как? Счастье, ну что, теперь по делам. В университет. Дела в университет, да. Надеюсь? Да. Улетели. Друзья, мы нашли изготовителей Дианы и той помады. Смолы, как ее называли некоторые. Вот они за спиной, видите? Вот так вот веником. Ее я и мажу себе. А мы вот так, скажи, а магазины их просто по тюбикам распасовывают и раздают. Ой, такой вот запах неприятный. Помада. Да. У нас весна, у нас ремонт дорог. Мы уже приехали с университета, сейчас будем кушать. Потом мы покажем вам, что же в посылке, мы еще ее не распаковывали, ужасно хочется посмотреть, что же там вместе с вами откроем. Посмотрим, все очень-очень интересно, очень приятно, во-первых, да, очень-очень приятно. Поэтому сейчас Лёшке разогрею борщ, себе либо яичницу, либо омлет, потому что, ну, не могу я борщ есть, и я его просто перевожу, то есть я им не наедаюсь. Вот мне вот не нравится, что у меня в специфилиуме моем, вот здесь вот такой листочек. Я не знаю, что с ним делать, обрезать его или оставить, пусть он как-то, может, придет в себя. Я его обрызгиваю, и все, вроде бы как ничего выглядит сейчас, тьфу-тьфу. А вот тот листочек у него изначально был как-то не очень. Что мне с ним делать, я не знаю. Вот. Так что будем кушать, сейчас обедать. Вот такой вот на сегодня обед будет. Сделать себе омлетик с зеленью, Лёшке борщ подогрела. Борщ получился очень красивый, пахучий. Ну, готовились с любовью, так что он у нас, естественно, получился. Я себе еще кофе сделала, то есть, ну как, жду, пока чайник закипит. Перекусим и будем вместе распаковывать с вами посылочку. Лёша? Я? Идём? Всё, будем идти. Кушать. Приятного аппетита всем. Всем приятного аппетита. Друзья, косметика. Косметика, ай. Особенно я рад. Какая косметика? Мы не знаем, что это. Косметика, тебе говорили, белорусская косметика. Нет, мы не знаем, что это. Нет, тебе говорили. В общем-то, наша одна зрительница. Зовут ее Анна, она из Бреста, из Беларуси. Из Беларуси. Большой вам привет. Огромное вам спасибо. И огромное спасибо. Нам, да? Очень приятно. Впервые мы получаем посылку от этого. Почином. Надо выпить. Отметить это все. Выпьем воды. Потом выпьем. В общем-то, нам очень приятно, действительно. Даже вот не важно, что здесь будет. Но очень приятный. Нам передала тоже очень ваша приятная знакомая Инна. Ей тоже, да, большое спасибо. Быстро она к себе передала. Быстро передала, да. Такая вообще очень приятные люди. В общем, сейчас мы все распаковывать. Очень, да, интересно. Можно я передвинуться чуть туда, а тут как-то оставлять. Вот так оно было. Передано нам, да. Вот так. Пакетик. Пакетики. Вот так. Правильно. Пакетиков много не бывает. Вы видели, да, что написано «Белита Витик»? Очень популярная. Косметика, это тот самый у меня стоит. Вот же он. Жгучий. Это же от Витекс у меня. Да. Вот этот антицеллюлит. Вам ничего показать сейчас, да. Ты что, и мать? Конечно, у нас каждый день антицеллюлит на языке. Тут письмо. Анюта, город Брест. И магнитик. Магнитик. Крепость Герой. Ура. Вообще, крепость, да? Крепость Герой здесь? Брест. Крепость Герой, Герой. Брест. Да, это сказать, знаменитая там крепость Брест. Слазит, у нас будет магнитик от подписчика нашего, подписчицы. Да, письмо нам мы не читаем. Мы лично, магнитик, да, мы показали. Магнитик похвастались, да. Да, магнитик классный, спасибо большое за магнитик. А вот письмо, это мы сами же с Дианой потом прочитаем. Да. Да, Диан? Да. Согласен. Итак. Начинай. Ой, даже не знаю. Тут какая-то красивая вот эта вот штучка, я не знаю, что это. Это что-то съедобное. Это печеньки. Кукис. Какие-то. Печеньки. У нас как раз закончились, вот. Печеньки. Это еще ничего крутые себе. Какие-то печеньки. Это какие-то заграничные. А ну, кто их делает? Заграничные. Печенье с ароматом клубники. С ароматом есть наполнительное, походу. Да, а вот производитель. Поставщик. Изготовлен по адресу от Республики Беларусь, Минск. Изготовитель Республики Беларусь, город Брест. Это опа, прям у нас город. Есть белорусские эти. Печеньки. Обалдеть, Беларусь! Беларусь. Боже, что же? Мы сейчас аптечки попробуем, скажем, в Беларуси. Я не знаю. Теперь я буду хранить до скончания века. А мы вот одну на двоих попробуем и все остальное спрячем. И будем, да? Ой, как они пахнут! Прям аж... Шоколад. Я открываю прям в лицо. Смотри. Это как вот такие... Напополам. Вот так вот, как это выглядит.
Вот так. Не уйти? Вот так, все, хватит половину пяти, половину мне. Очень вкусно. Нет, я съела половину. Ну и ладно. Очень вкусно. Ладно, раз мы уже зашли по еде, я смотрю, что тут еще есть что-то. Класс! Две шоколадки, смотрите. Вот такая и такая. А это типа для мальчиков? А это для типа для девочек. Ну прикол в том, что это темный шоколад с морской солью. С морской солью! Вы, видно, видели видео, где мы пробовали необычный шоколад. И он, да, он какой-то низкокалорийный. Класс. Если ты не можешь ни на кого свалить свою работу, пора свалить в отпуск. От неразделенной любви помогает шоколад, особенно если разделить его с другим. Да. Спасибо вам спасибо большое. Спасибо огромное. Я такого еще не видела. Это... План Б. С добавлением, с крупными добавлениями, план В, с тропическим манго. С тропическим манго. Ну, сейчас манго. Действительно, тут написано 38,8 калорий. В одном кусочке шоколада. А, точно. Блин, через морской соль, видишь, вот такой вот должен быть хороший шоколад, он внутри. Да, не то, что у нас было посыпано. Видно, что хороший продукт. А, ты шо? Это тоже из Бреста, да? Вообще. Тоже из Беларуси. Там на сайте поставить. Ну да, наверное, же. Бери эту. Я скажу. Подожди, импортер, производитель Республика Беларусь, Минск, да. МРФ Беларусь. И в США и Косолад, походу. Вообще. Чего себе. Вообще. Это крутой шоколад. Спасибо. Спасибо большое. От этого мы насидимся с тобой, конечно. Давай ты сзади убить. Да не смотри. Это что-то для мужчины. Я вижу Витекс Фомен. Это не для меня. Это муж. А что это? Крем для бритья. Крем для бритья. Для чувствительной кожи. Ты знаешь, что Витекс это, по-моему, самая популярная косметика Беларуси. По-моему, это самая крутая косметика. А, она запечатана. Еще запечатана. Какой тюбик модный, слышишь? Я тебе вообще. Я думал, тут косметика Диане будет косметика. Сейчас будет больше косметики для Лёши, для волос. Вот. Шикарно. Это, чтобы эти ненавистные усы сбривать. Ненавистные. Ненавистные, да? Ты же твое. Вообще шикарно, спасибо. А это, наверное, зубная паста, да? Отбеливание, антибактериальная защита. Зубная паста без фторов. Я когда-то продавала такие крутые пасты, вот. Да, они обычно очень крутые. Но они потому что не вредят зубам. С микросичерного активированного угля. А ты как раз них не нравилась тебе твоя зубная паста? Как раз ты розовая, которую Диана купила, она ей не она, нравилась. Фу, меня тебя тошнит. Блин, ля, да не, наверное, такие это будет тюбики модные. У меня все модное будет. Нет, это мое. Это ну наше. Да. Нет, это наша твоё. Зубная паста. Запечатанная. Потому что зубная паста не пахнет даже запечатанной. Ну, она не пахнет, как все. С микрочастицами черного активированного угля. Ой, как интересно! Обалдеть! Эффективно отбеливает, препятствует развитию микробов, предупреждает образование зубного камня. Класс, спасибо огромное. Шикарно. Наверное, какая-то крутая паста. У меня у Витекс просто, ну реально, я хотела Витекс себе много Витекс. Косметики. Я вижу, да. Это все Витекс. Хотела много косметики, это, но у нас я не нахожу вообще на полках, ее не очень-то много. У нас чистая линия вот это вообще. А вот блин, Витекс... Вообще. Мне... Класс! Мне кажется... Так. Давай, не смотри, просто вытягивай. Да скраб для тела! У меня как раз скраба нет! Скраб для тела! У меня его никогда не было! Это мое! С пассифлорой. Нежнейшие вербены. Глубоко бережно отшелушивает, очищает от токсинов, разглаживает и омолаживает кожу. Вот что ты смотри, его нюхать надо. Сейчас понюхаю. Класс, скраб от Витекс, блин. Блин, запечатано! Пахнет. Травами всякими. Травушками. Ну, Витекс, это же больше такая вот вся зеленая, в смысле, потому что там травы, цветочки. Да, она такая заедет маме. Да, мы первую посылку получили, матка. А у нее как раз полочка освободилась. А у меня как раз полочки, да. Ну да, мама, говорю, да. Класс. Блин, а мне как раз, у меня скраба для тела нет. Диана, ты все, ты просто... Я счастливый человек. У тебя все, вот реально все, что ты хотела, у тебя все будет теперь. Так. Все, ванночка. Крем для рук и ногтей. Смотри, косметика Мертвого моря, питание, укрепление. Да. Мертвое масло ши, масло макадами. Это вообще какой-то крутой крем. Все, будешь омолаживаться. Блин. Легко впитывается. Смотрите. Ты же вечно мазюкаешь свои руки, конечно. Да, у меня вообще этот бархатные ручки, но это что-то похоже. Ну вот ты будешь своими бархатными ручками мазать, это потом когда-нибудь. Как этот, как переедем на новую квартиру уже, там можем с ним снимать, будем другую, да? В крутую квартиру такая, у меня есть для такой квартиры крутые баночки. Нет, я хочу сейчас этим пользоваться. Нюхай. О, спасибо огромное. Он тоже, наверное, запечатанный. Блин, еще запечатан, молодцы. Запах какой.
А у, по-моему, у бархатных ручек у них нет вот этой вот запечатки, у них нет. Да, у многих нет. Это признак хорошего тона в косметике, когда запечатывают так. И снова. Крем для ног! Это я тебе подарю. Может, уже козёл нарисован. Спасибо. Шучу. Крем для ног. Протеины молодости. Вот, чтобы ноги были молодые. У меня не было никогда крема для ног. Это не козёл, это коза! Поэтому, Диана, я тебе вручаю! Смотри, видишь? Вымя. Дует. Фу, вымя. Блин, ты как это не вымя, это грудь. Грудь у козы. Как это вымя? Диана, поэтому... Так как тут коза, я... Дай сюда. Для твоих. Спасибо большое. Такая красивая баночка, приятная такая. Тоже запечатанная. Но она будет как таким, да, вот как... Все, все. Что-то у нас есть. Козлина. Как вот это у меня были шампуни. Носите крем на чистую сухую кожу. Стоп. Блин, почему не везде состав, блин, на английском? А что тебе тут состав? Парфюм какой-то там у тебя есть в составе. Будет ноги теперь пахнуть. Козье молоко. Видишь, ну вот же написано, что ты говоришь. Ты сказал козел, ей поверил, что козел. Протеины молодости. Смягчает сухие участки кожи и питает увлажняет. Это надо еще мазать ноги. Кстати, теперь тоже можно будет. А теперь еще будет куча идей. Потом отзыв на каждую, на каждый тюбик, как после каждого применения будешь. Да, я буду кожу. Все рассказывать. Вы же знаете, я люблю косметику. Вот так, эта вот женщина, спасибо огромное, она написала, что прислала мне косметику, которой пользуется сама. То есть это... Да что ты уже лазишь? Что ты тут рассказываешь? Нет, рассказывай. Ильяша, что она... Что, вот она этим пользуется, и мне вот то конкретно, чем она пользуется, прислала. Это очень вообще приятно. Нашел что-то очень интересное. Это не тюбик. Доставай. Потому что у тебя одни тюбики. Вы готовы? Да, давай. Что это? Витекс тоже, что это? Сыворотка. Для волос. Диана. Ну все. Я тебя поздравляю. Обнимемся. Обнимемся, друзья. Да. Обалдеть. Сыворотка флюид для всех типов волос несмываемого. Смотри, блеск, питание, термозащита. Еще и с маслом органа, а жидким шелком. Подушек, да, там волосы. Нет, масло органа это лучшее, кстати, масло для волос. Так как я работала в этой сфере, я знаю, что органовое масло – это жидкое золото. Все эффективно восстанавливает и выравнивает кутикулу волос, обеспечивает слепительным блеск и гладкость волос. Обладает термозащитным и антистатичным действием. Это тоже витекс? Не утяжеляет даже, да, самые, даже самые легкие волосы. Класс, спасибо. Масло, все, что... масло. Мне как раз и думала что-то еще купить для волос. Вот, пожалуйста. А, ты забыла? Нюхать. Ты можно понюхать. Я открываю полностью. Ну. Почему? Ой, как пахнет. Ой, пахнет. Она же по-другому, видишь? Понятно. Я вижу, но я хочу нормально занюшить. Что ты хочешь? Он будет всеми моими баночками пользоваться. Да. Не выбирай, взяла и потянула. Вот, это в пакетике. Блин, столько всего, вы знаете, я ж прям не могу. Раз и два. Черный тюбик, еще один крем для бритья. Что это? Полирующий. Это Карине. Карине? Это Карине. Карине ничего не знает. Все, вот Карине передали, я могу озвучить. Ну, можно сказать, маска-скраб. Маска-скраб для лица. Вот. И? Класс. И крем силиконовый для рук с календулой. Вот. А я же уже залила. А, еще тюбики, ура, мои тюбики. Блин. Это для такой бумажки, это Карине. Это нифига себе, Каринке. Ей будет очень приятно, спасибо огромное. И мне приятно, что вы о моей сестре позаботились. Обязательно, Карине. Давай, пошли сюда. Блин, как Карине будет приятно. Давай. А это, наверное, мать. Наверное, да. Если пакетик отдельный. Так, вот это я буду искать. Записка есть? Да. Маме. А это класс, маме. Класс, маме. Тоже, да? Такой крем же? Для рук. Раз. Да, тоже календула такой, да. Но это не все. У мамы есть еще что-то очень крутое. Сыворотка омоложения для век. Для век сыворотка, вот. Коробочки прям. Мама не обидит, что мы полазим, посмотрим. Активный пробиотик. Тут вообще какой-то ляж. Это серьезно. Это, наверное, очень хорошее, да. Такой маленький этот. Маленький. Вы все думаете, что это маленькое, значит, очень хорошее. Конечно. Хотя это, такое мнение. Мальчиками вокруг глаз, легким попшим движением избегайте. Да? Класс, маме будет с Кариной очень приятно. Спасибо огромное, это прям вообще. Спасибо, прям. Да, я думаю, мама тоже любит такое тоже все. Да. Мама это хотела Карина. Себе сильно косметику Витекс. Очень хотела. Для рук, а это не Витекс. Что еще что-то. А нет, оно, да, глита, витекс, да? Это да. А, поехали, бери. Еще и маска, да, для волос? Двухминутная маска сияния. Маска еще одна, класс!
Блин, сколько мы всего одного волос. Спасибо огромное. Такой из той же линейки, да, я так понимаю? Да, это та же самая. Сыворотка, маска, вот она. Сыворотка, маска. Наверное, там еще шампунь есть. Не знаю, ну вот это вообще это огромное спасибо. Мне все, что касается питания и восстановления волос, это для меня сейчас, вот, ну вы видите, я за волосами ухаживаю, тем более после осветления им надо вообще кормить их всем. Приятно. Ну, я вообще, я выйду что-то большое. Ой, что-то правда большое. Бьюти-шоп. Косметический набор. Что это? Господи, у тебя что-то будет очень крутое. Крем. Тут что-то, блин, тут нет, прям целая линейка. Димасю. Я тебя поздравляю. Это все для лица, да? Мультивитаминный коктейль для лица. Уход выходного дня. Секрет преображения. Что это? 4 первых программы. Это что, прям по правам? Ничего себе. Крем для лица, базовый уход. Потом... 1-2 раза в день. Незаменимый перед вечеринкой. Экспресс-уход, деэкспресс-уход. Короче, тут надо разбираться, да? Да, тут, короче, показывают, как она выглядит. Смотрите, прям целая серия, реально, целая серия косметики. Это даже инструкция есть, это прям все вообще серьезно. Это прям реально что-то серьезное. Вот так оно выглядит, Билли, это то же самое, да? Девчонка такая, вот это я буду такая красивая. Так ты что, хуже станешь? Я буду такая, я тебе нравлюсь? Значит, ты хуже станешь. Да? Ну что, я вижу, что я... Добро, конечно. Вот это... Класс, спасибо огромное. Да, это конечно вообще. Это вообще что-то крутое. У меня такого никогда не было, что целая прям серия одного средства. Я надо было поставить. Я все буду потом разбирать. А потом ты как будешь его ухаживать. Это что? Так, ну давай последнее тебе с этим. Что последнее? Тоже было. Это шампунь. Думаешь шампунь? Я уже видел шампунь. А мне фохё. Гель для душа. Для нее. Класс. Вот, смотрите, в розовой баночке гель для душа. Что-то такое тут есть, что-то мне напоминает. Какие-то вот вдалеке, какие-то нотки, что это? Даже какие-то как воду. Экстракт гибискуса и масло бергамота. Вот оно, что бергамот. Девочка, точно, я уверен, эта девушка смотрела видео, когда ты говорила, что мою пенку для бритья берешь. Так что это тоже тебе. Витекс. Ты дурачок, что ли? Да тебе, балда. Спасибо огромное. Блин, как приятно вообще. Капец. Прям вот вы еще прислали то, что у меня как раз то, что хотелось, и то, чего у меня не было. То, что у меня еще и закончилось. И вообще человек волосам кучу. И продукты. Да ты все вообще это любишь. И все, я тебе даже завидую. Ну, именно начну тоже за собой ухаживать. Волосы подпилить. Тебе тоже косметику, да, присылали? Зачем? Пусть присылают тебе просто, я ее буду брать. Так что ты пользуешься? Я же делюсь с тобой всем. Ну, эту программу, там, 4 революционные программы. Ты тоже будешь программу? Слышишь, нет, вот это нет. Там маленькие сильно баночки. Шелк, ну мне и так шелковистые волосы. Ага, давай, продолжай. Не воняю, купаться с гелем не надо. Вообще купаться не надо. Зачем? Я и так пахну цветочками вообще, да? И ладно, что? Ну, и мазать не надо, да, знаешь, порядок. Я в порядок смотрю. А вот скрабировать тело а надо. А вот поскрабировать тело надо. Чтоб не дряблая кожа была. А то какой-то останки обвищи. Капец, сколько всего. Смотрите, вы просто посмотрите. Сколько тут всего диашки. Боже, мне прям вообще, прям не верю. Плюс еще гостинцы. Ну, я бы этот, конечно, взял бы с собой угостить. Для детей. Ну, конечно, да, надо будет поехать вот с такой шоколадкой к родителям. Это не такой, который присыпан солью. А вот настоящий, наверное, настоящий, не то, да. Что, блин, нам вот это вот. И маме скрины передали, блин, как. И маме скрины. Спасибо, да, вам огромное, это прям... 20 пакетиков. Прям вау, вау, эффект. А этот мы сами съедим. А что сами съедим? Ну, это мы на камеру поделились. Это мы маме, это на камеру скажем, что мы поделимся, сожрём. Шутим. А вот магнитик вообще приятный. Вот его есть не буду. Конечно, хватит. Приятно, ё-моё, это очень приятно. Анна. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. От души. Это, да, безумно. Я не знаю, мне тут в принципе ничего такого. Ну, то есть тут вся линейка Дианы, но я за нее рад просто безумно. Да я за нас рада вообще. Я знаю, как Диана, ну вот как она к этому всему. Помешана, вы знаете. Да, да, ей можно было просто, не знаю, одноразово какие-то там пробники. Пробники, да. Одноразово пробники поприсылать, она сидела, жила в восторге, а тут целая линейка.
Спасибо вам огромное. Безумно приятно. Спасибо приятно. Вам большое. Да, и знаете, приятен сам факт, что человек пообещал, он нам прислал посылку, он старался, выбирал, покупал. Приятен сам факт. Да, неважно, что в ней. Просто... Вообще, даже если бы прислали хоть одну какую-то баночку, вообще чего-то там. А тут такого вообще было. А тут вообще изобилие. Ну что, пошли скрабироваться. Пойдем.